Друзья, я вас приветствую. Сегодня у нас на обзоре будет внешне защищенный SSD-диск. Данное устройство все больше набирает популярность благодаря своей скорости и компактности. Единственная проблема в них – это цена, иначе бы они уже давно вытеснили с рынка флешки и обычные внешние жесткие диски. Герой нашего обзора – SanDisk Extreme Portable. Поставляется наш герой в небольшой упаковке, в которой кроме самого диска есть еще инструкция, кабель USB Type-C на USB Type-C и адаптер для полноразмерного USB. Первое, что удивляет, когда этот накопитель попадает тебе в руки, так это его вес. Он очень легкий. Его вес составляет чуть меньше 39 грамм. Да и сам он очень компактный. На фоне мобильного телефона так вообще крошечный. По тактильным ощущениям он очень приятный и покрыт весь резиновым или даже софт-тач покрытием. Он имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP55. Так что залить его кофе совсем не страшно. Потом можно просто пойти его и помыть, и не потерять при этом свои важные данные. Подключается он, как уже понятно, через разъем Type-C. И по заявлению производителя, он работает при температуре от 0 до 45 градусов. И да, работает он не только с Windows, но и с яблочной продукцией. В общем, первые впечатления от дизайна весьма положительные. Ну а теперь давайте проверим его на деле. И сейчас вы можете наблюдать на своем экране результат теста. Запись у нас идет со скоростью 480 мегабайт в секунду, а чтение 520 мегабайт в секунду. Как по мне, результат отличный для столь компактного устройства, которое может поставляться с очень большим объемом накопителя. У меня стартовая версия на 250 гигабайт, но также существуют версии на 500 терабайт и даже 2 терабайта. Но цена на них, как понятно, также серьезно увеличивается. Ну и конечно, компания SanDisk устанавливает на свои устройства свою фирменную программу для защиты. С ее помощью можно запаролить устройство так, чтобы посторонний не получил к нему доступ. Но если она не нужна, то можно просто ее взять и удалить, и больше никогда не вспоминать. По итогу могу сказать, что SanDisk Extreme Portable – это классное и надежное устройство. Для фотографов и видеографов, работающих за пределами студии, так вообще находка. Единственный его минус – это цена, но это даже не минус, а просто особенность SSD-дисков. Ну а актуальную стоимость я советую вам проверить в интернете, так как есть вероятность, что со временем она упадет. Ну а что касается меня, то я могу рекомендовать эту модель к покупке. Она очень компактная, защищенная от разной непогоды и ударов, и имеет отличную скорость для устройства таких габаритов. Ну а если у вас возникнут вопросы, то можете смело задавать их в комментариях, а я постараюсь вам ответить. И как всегда, друзья, спасибо, что смотрели это видео, и до новых встреч!